Горожанка стала заложницей бензоколонки из-за ошибки заправщиков. Вместо бензина в бак ее иномарки залили дизель. Благо, подмену автоледи заметила сразу и заводить двигатель не стала. Разбирательства затянулись на несколько часов, и все это время автомобилистка была невыездной. На помощь выехал городской дозор. Соляркой вместо бензина заправили здесь автомобиль жительницы Екатеринбурга. И хотя ошибка обнаружилась сразу, клиентке пришлось ждать несколько часов, пока заправщики принялись устранять ее последствия. Анна заказала заправщику 10 литров бензина и пошла к кассе. Там оператор сообщил, что в бак залили дизельное топливо. Оказалось, помощник промахнулся с пистолетом. Он подтвердил, что я говорила 92-й бензин. Посмотрели по камерам. Действительно, он заправил дизельным топливом, то есть заправщик ошибся. На что управляющий сказал, сейчас приедет директор, непонятно чего, непонятно кого, и убежала в подсобное помещение. И на все мои просьбы и предложения выйти и поговорить со мной отказывалась. Только когда на заправку приехали журналисты, работники пошли клиентке навстречу. Они приняли претензию Анны и пообещали все исправить. Сейчас данный автомобиль будет эвакуирован, отвезен в Дивеевский центр, произведен ремонт. Однако слово «сейчас» оказалось растяжимым понятием. В этот день Анна на работу так и не попала. Привезли эвакуатор, не тот, который нужен, хотя сказала я изначально, что машина автомат, и нужен эвакуатор другой. То есть это уже еще прошло 40 минут. Я вот до сих пор стою здесь, хотя у меня сегодня рабочий день. Спустя несколько часов ее железному коню все-таки прочистили желудок. Топливная компания заявила, что проблемы нет. Автомобиль не был заведен и не успел отъехать от колонки. Персоналом АЗС машина была эвакуирована на станцию техобслуживания. Топливная система промыта специалистами. Сейчас автомобиль проходит полную диагностику. Все расходы на обслуживание и заправку нужным топливом сеть АЗС взяла на себя. Девушке еще повезло, что она не успела завести двигатель, говорят автомеханики. В лучшем случае пришлось бы менять расходники. Если автомобиль завелся, то он сразу почувствует потерю мощности и посторонние звуки из двигателя. И, соответственно, если в таком режиме эксплуатировать мотор, то может произойти его поломка. Поэтому пострадавший сейчас думает о том, чтобы компенсировать моральный ущерб. Но это можно будет сделать только через суд. Чтобы на заправке сохранить свои деньги, время и нервы, желательно лично убедиться, чем именно собирается вам заправить машину. В конце концов, вы всегда можете отказаться от услуг заправщика и самостоятельно установить пистолет. Юрий Шумков, Алексей Юдин, «Городской дозор».